Всем привет, друзья! Вы, наверное, уже поняли, где мы находимся. Да, мы находимся в том месте, откуда в последнее время вывозим добротный металл. Сейчас попилим крупногабаритный металл, который не смогли забрать в прошлый раз. Не смогли забрать, так как наш старый генератор сломался и на данный момент находится в ремонте. Вроде бы и читали много хороших отзывов об нем, но все равно фирма неизвестная и генератор нам долго не прослужил. Отремонтируют и оставим его как запасной вариант. Ну, не будем расстраиваться, и сейчас покажу вам, что мы приобрели. Ну а приобрели мы, друзья, уже надежный инверторный генератор DN1500i от компании Hyotter. Генератор оснащен 4-тактным двигателем, выходная максимальная мощность 1200 кВт. Самое то, что нам нужно. На панели приборов находятся вот такие индикаторы. Зеленая лампочка работа, перегрузка, ну и, конечно же, низкий уровень масла. Никакую мощность выставлять не надо, генератор сам все отрегулирует. Также можно включить экономичный режим, и он вам сэкономит расход топлива. Здесь находится розетка 220 вольт. Ну и немаловажный момент, друзья, есть выход на 12 вольт. Поскольку мы порой заезжаем настолько далеко в глушь, что, можно сказать, и не ступала нога человека. В любой момент может разрядиться аккумулятор. Здесь же включил провода, которые идут с ним в комплекте, подзарядил аккумулятор, ну и можно двигаться дальше. Также можно зарядить ноутбук от 220 вольт, ну или какие-то другие гаджеты. В ближайшее время мы собираемся ехать на реку, жить на берегу лесной реки, ловить рыбу, ну и искать новые места для поисков металла. Для нас, друзья, этот генератор – незаменимая вещь. Ну, давайте уже приступим к делу. Ну вот и все готово. Мы уже генератором очень довольны. Ссылки я оставлю в описании к видео. Ну а по промокоду PROMETALL вы получите 10% скидку на всю садовую технику Hyotter. Сейчас, друзья, пойдем вон в те кусты. Там лежит неплохой лист. Хоть и лист весит немного, я думаю, примерно 20 кг, но все равно тащить сюда его будет проблематично. Лучше попилим на месте и уже перенесем сюда. Ну и вот он, друзья, тот самый лист. Сейчас его тоже распилим, да и заберем. Разобрались с листом, сейчас нужно выкопать еще одну находку, ну и начнем уже искать металл. Ну и вот она, третья находка, а это у нас оказалась кровать. Скорее всего, забирать ее не будем, сейчас прикопаем, ну и пусть лежит до лучших времен. Лучше попробуем так найти металл.
Ну и вот она уже первая находка с металлоискателем. По-моему, лемех стоит в вертикальном положении. Сейчас посмотрим. Точно, это лемех старый и уже практически полностью стертый. И сразу же находка, и, по-моему, тоже не крупная. Ну, давайте посмотрим. Если я не ошибаюсь, это гильза, друзья. Точно, старенькая гильза. Выкопали еще немного металла, и на улице начинает темнеть. Сегодня приехали поздно, даже и не успели толком-то покопать металл. Ну да ладно, и у нас есть очередные находки. Ну сейчас выкапываем последние находки на сегодня и будем отдыхать. Ну а завтра уже с новыми силами начнем копать металл. Ковыряюсь в какой-то каше из нетяжелого металла, и проскакивают, друзья, вот такие неплохие находки. Давайте посмотрим, что это. Стук хороший. Ух ты! Такая неплохая запчасть. Тяжеленькая. И там еще есть находки. Смотрите, какая цепь. Тоже неплохая находка. Как тебя выдернуть-то? Уходит дальше. Все готово. Ну, на этом, друзья, будем заканчивать. Нужно уже отдыхать. Друзья, хотите так же, как и мы, заняться приборным поиском? Рекомендую вам интернет-магазин поискового оборудования у деда Мити. В магазине огромный выбор металлоискателей, фирменная продукция, ну и, конечно же, официальная гарантия. В магазине действует система Trade-In, проходят акции, ну а для поисковых отрядов действуют особые условия. Кроме интернет-магазина есть розничный магазин в городе Подольск. За годы работы магазин получил 1000 положительных отзывов от довольных покупателей. Назовите промокод PROMETAL и получите бонус или скидку при покупке металлоискателя. Ссылка и промокод в описании к видео. И все-таки решили включиться еще раз. Смотрите, друзья, какой лезет металл. Ну ладно, на видео снимаю последнюю находку. Ну а я еще немного здесь поковыряюсь. Что-то опять литое. Какая-то старинная запчасть. Ага, точно. Вот такая непонятная нам запчасть. Тяжелая, обалденная находка.
Всем доброе утро. Ночью были заморозки, но к холодам мы еще пока не подготовились и немножечко подзамерзли. Ну, сейчас согреемся горячим кофе и приступаем копать металл. Всем приятного кофепития. Джой, замолчи. Выкопал пару вот таких старых вещей. Не знаю, как они правильно называются, но пусть будут части плуга. И есть, друзья, находка. Ну, давайте посмотрим, что же попалось. Ну и вот она, находка, прямо на поверхности. По-моему, лежит трак. Сразу даже и не распознал. Думал, что-то другое. Оказывается, просто сверху лежит еще металл. Ага, всего лишь половина. Есть находка, а это уже, друзья, по-моему, печное. Лопата, он, к сожалению, уже выходит из строя. С собой есть запасная, но тоже ненадежная. Ну, надеюсь, лопата продержится. Из-за этого не придется нам все бросать и возвращаться домой. Ну, а в следующий раз нужно что-то думать с лопатой. Кусок печной плиты. И еще что-то есть. Тоже печное. Вот так. Можно сказать, плита и в сборе. Переехали на другое место и уже ближе к лесу, так как вечером обещают дождь, и отсюда выехать будет гораздо легче. Я уже здесь выкопал несколько сигналов, и есть находка. Похоже, находка неплохая. Что-то литое. Когда ковырял, сломал лопату. Ну, сейчас попробуем дернуть ее ломом. Есть-то. Самому интересно. Нет, вряд ли она выйдет. Нужно немного обкопать. Лежит прям намертво. Хотя... О, вроде бы шевельнулась. Есть, готово. Ух ты! Обалдеть! Смотрите, друзья, какой металл. Вот это я понимаю, находка. Обалдеть, тяжелая вещь. И сразу же, друзья, находка, по-моему, лемех. Точно, вот такой старенький лемех. И рядом с лемехом есть хороший сигнал. Ну, будем надеяться, что это толковый металл.
где находка. Что-то есть. Ну, скорее всего, не тяжелый. Вторая лопата тоже ненадежная. Он вся гнется. Ну, будем надеяться, что на этот выезд нам хватит ее. Вот такой металл. Смотрите, очередная находка. Неплохое колесо. Пока копаем на одном фундаменте. И смотрите, попадается отличный металл. Смотрите, друзья, какой стук и виднеется мощная пружина. Ну, сейчас посмотрим. Я думаю, весить будет неплохо. Ну, нифига себе находка. Обалдеть. Она, друзья, тяжеленная. Офигеть здесь находки. Обалдеть металл. Выкопал еще немного металла, и есть находка. По-моему, опять что-то неплохое. Точно, вот такой обалденный металл. Какая-то стойка. Да тут все в металле, друзья. Смотрите, торчит лемех, еще металл. Просто копаем на одном фундаменте и никуда не отходим. Ну давайте уже будем доставать. Лемех. Ну, давайте посмотрим, что это. А это уже печная дверца. Нашел комплект каких-то шестеренок. И, по-моему, лежит вал. Ага, точно. Такой вот старенький вальчик. Обалдеть, сколько же здесь металла-то. И опять, друзья, толковый металл. Выкопал еще несколько находок. Смотрите, попался вот такой якорь с медью. И, по-моему, первый трак на этом фундаменте. Скорее всего, уже скоро пойдет дождь, но нам бы хоть докопать это место. Давайте вынем рак. О,
Вот такой трачок. Мы даже еще и не смещались с этого места, друзья, но металл здесь просто не прекращается. И есть очередная находка. А это у нас еще один трак. Ну вот это я понимаю, нарвались на место. Обалдеть. И прям сразу же еще один трак, друзья. Вот такой красавец. А это уже отвал. И еще половина. Обалдеть. Можно сказать, с одного места забиваем полную машину металлом. Ну и рядом вторая половина трака. Мы уже закончили с поисками. Металл там еще остался, но оставим на следующий раз. У нас уже неплохое количество металла. И, как говорится, жадность ни до чего хорошего не доведет. Смотрите, здесь практически одно литье. Плюс металл лежит под сиденьем. Валы, те самые листы, которые пилили. Печное, ну и так далее. И в багажнике тоже есть металл. Джойван у нас весь взъерошенный. Собрался на охоту и извалялся в коровьей лепешке. Пришлось его отмывать. Ну да ладно, кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, здоровья, до новых встреч, друзья!